Слушайте, ребята, я же никогда вам вообще-то не показывал Ашрам. Вот, смотрите, вот это моя библиотека. Я вот здесь вот как бы работаю. Вот так выглядит библиотека. Тут полно разных книжек, интересных и не очень. Иногда не очень, вообще неинтересных. Иногда вообще, вот видите, на хинди. Огромное количество, вот почему-то индусы очень любят вот такие всякие, видите, призы получать, а потом их хранить. Вот, здесь вот сразу на выходе из библиотеки находится, вы видите, такой маленький храмик. Вот это место, где тут Гуруджи заправляет. Там у нас такая куча музыкальные разные приборы музыкальные всякие. Вот, есть такая пианино, вот всякие там барабанчики, вот. Всякие, это вот студенты из Чехии, девочка нарисовала. Здесь много очень подарков. Там лежат и книги, и Библия, и все, все подряд. Вот это вот лежит книга сикхов. Вот вон лежит мой Шива. Вот здесь утром, у нас с 6 утра начинается здесь асаны, класс асан. Ну и вообще там, в общем, по 6 утра, в 7 утра начинается официально, сюда приходят люди, бесплатно занимаются. У нас здесь все полностью забит класс, а студенты вот здесь вот на первой линии, в общем, радуют индусов своими попами. Вот это место, тут проводится йога-терапия. Вот сюда приходят после вот этих вот классов, которые здесь заканчиваются в 9-9-15, часть людей, которые, у которых там боли в спине, боли в ногах, вот они переходят сюда. И здесь уже с ними работают йога-терапевты более подробно, там делают вытяжки или там, тут, в общем, как бы занимаются. Вот, ну, микрофон тут всякий у нас. Вот, ну, это всякие вот прикольные чакры, потом коши, это вот Гуруджи у нас любит тут так развешивать, в общем, чтобы студенты. Класс! Вот обычный класс, в общем, вот здесь вот сидят студенты, им здесь преподают анатомию, там, физиологию, все подряд. Вот это вот Перч преподавал, это я преподавал хартрейт вариабильность сердца, рассказывал им про вентровагальную систему, про дорсовагальную систему, но не все студенты пришли и не все студенты вообще поняли. Большему количеству студентов это вообще не нужно ничего. Им нужно выучить асаны, как они называются, на санскрите. И этого достаточно. Вот. Здесь у нас для VIP-студентов место. Вот здесь у нас офис, вот в котором работают работники, которые в офисе работают. Это место, где живет и здравствует Гуруджи. Вот. Это место, где работает его жена, с которой люди общаются по интернету, решают вопросы переезды, билеты, покупок, в общем, это все. Вот, здесь раньше был вход, в будущем здесь будет Панчакарма-центр, а сейчас здесь комната для студентов. Вот, а это вот первый этаж, здесь два туалета, женский, мужской. Вот, это моя такая вот работа, такой дембельский аккорд. Орем. Вот, ведь я так закрыл все это дело, в общем, такой зашил все это дело. Вот, а это у нас выход здесь. Моти спит, валяется. Ты собака. Лали валяется. Да. Ты моя золотая. Ты же моя собака. Вот, здесь у нас тоже такой центр, Панчакарма. Место, мы потом там выбьем стену, вот там будет выход на улицу, и в общем будет такой большой буквой П, будет очень большой такой здесь Панчакарма-центр. Вот. Надо почухать Моти, да, почухать надо Моти, надо его почухать. Ты собака, спи. Вот. Ну, вот так вот у нас вот недавно починили здесь эти ступеньки. Место, где оставляют люди обувь. Это второй ашрам, он пустой. Здесь
приезжают люди, когда сюда приезжает Вашам, когда приезжает Свами Джи, и тогда сюда приезжают его девоти и стоят здесь, в общем, и с ним. Вот здесь вот, ребята, видите, мы уже поставили вот такие ребра, все это будет обшиваться, вот это вот будет все здесь такой большой панчакарма-центр, здесь столы будут стоять, все это покроется такой листвой, вот там вот сверху все это будет покрыто красиво. В общем, не буду рассказывать, все это будет очень красиво. Вот там вот будет выход. Здесь будет вход, вот здесь будет выход. Вот, ну и второй этаж, на втором этаже у нас там студенты живут, кухня находится. Все идет в процессе еще ремонта. Такой хронический здесь ремонт, ребята, происходит. Вот, и здесь у нас, видите, такое большое такое поле, на котором выращивается в основном нут. В основном нут вот здесь вот выращивается. Мы сейчас недавно только собрали нут. В общем, несколько там мешков нута. И его едим. Очень вкусно, ребята, местный. Вот, огурцы. Огурцы нет, морковка. Морковка. Вообще, какой-то прикол. Прикол, парень этот хочет со мной поговорить, да? Но он видит, что я разговариваю, ну, что я делаю видео, да? И вот он ходит вокруг меня и разговаривает по телефону, и ко мне, чем ближе ко мне подходит, тем громче разговаривает. Вот я, в общем, такой веселый паренек. Это плотник, вот который, кстати, вот это вот все дело сделал. Вот. Ну, давайте пойдем наверх, покажу вам. Что у нас тут наверху? Это все студенты вот поразрисовывали. Некоторые рисунки довольно нормальные, еще остальные все, конечно, какие-то детские. Вот со временем, с течением времени, как-то вот происходит какой-то деградос вот у студентов. Вот вы смотрите, раньше это было нарисовано там в 4 года назад. Там, а вот это вот современные студенты рисуют. Вот какие-то рисунки, ну, очень такие непонятные, все это вот все тут уже начинаются комнаты, наверху там начинаются склады и крыша, вот комнаты, здесь кухня, вот там готовится еда, здесь Гуруджи живет с женой со своей. Вот, а это комнаты, тут студенты, а это у нас кухня. Кухня. Кстати, пошлите посмотрим, что у нас там на обед. Что у нас на обед сегодня? Давайте посмотрим. На обед у нас сегодня лепешки. Простокваша, я думаю, холодненькая, вкусная. Салат из огурцов и всяких других прикольных штучек-дрючек. Непонятное растение, похоже, по-моему, на хлебное дерево. Я его не очень перевариваю. Вот. И какие-то овощи и остатки риса. Вот такие дела, ребят. Вот жарко. Жарко. Ну, видите, в каждой комнате стоят кондиционеры. Ай, жарко. Вот, но ваш покорный слуга живет вон там, слева. У меня там моя конура. Все, ребят, давайте, пока-пока, с вами доктор Перч из Индора.